Ну что, всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о том, такой немаловажный вопрос о том, с чего начинать. Как же все-таки сделать, чтобы это было и продаваемо, и не так уж затратно. Я подготовила сегодня основательно, я прям все расписала, так что будем говорить долго. Я могу сказать, конечно, если будет интересно, я могу рассказать свою историю, с чего я начинала, да, как вообще пришла вот эта идея и как я продвигала свои работы. То есть, если это будет интересно, пишите вообще свои вопросы. Я с удовольствием с вами ими поделюсь. Значит, поработав в декоре большими цветами больше года, именно поработав, то есть 2 года я уже занимаюсь ими, и вот уже работаю, то есть сдаю в аренду, продаю уже больше года, вот уже 1,5 года, можно сказать так, конкретной работы, я могу сказать, что я сделала выводы, над своими ошибками сделала выводы, где я все-таки, ну вот там не надо было вот это делать. Я хочу поделиться с вами, с чего начинать. Для того, чтобы с чего-то начать, надо понять, что вы хотите. Вы хотите просто продавать цветы, либо вы хотите продавать их и сдавать в аренду, либо вы хотите для себя заниматься. Это же все абсолютно разные растраты и разные себестоимости. Я сейчас буду говорить и советовать тем, кто хочет заниматься арендой, то есть сделать цветы, сдавать их в аренду. И те, кто хочет продавать стойки, там, кусты, да. Вот так я написала. Я надеюсь, что вам все очень видно. Значит, что я рекомендую? Если вы хотите сделать достойную работу, ее сфотографировать, ее уже предлагать людям, то это 9 пионов. Стойка из 9 пионов. Я вот ее рассчитала, сколько себестоимость. Почему 9? Почему не 5? Почему не 7? Все обосновано. Моя первая стойка была 5 пионов. И я столкнулась с тем, что женщина говорит: а вы знаете, я бы хотела, ну, с одной стороны куст и с другой стороны куст. И я бы хотела, говорит, с одной стороны 3 и с другой стороны 3. А у меня была всего лишь одна стойка сваренная со штырями. В общем, 9 пионов, преимущество стойки 9 пионов, сразу же говорю. Вы можете разделить этот куст на 3 разных куста по 3 пиона. Уже плюс, да? Вы можете разделить на 2 разных куста 5 и 4, 9 пионов. Вы можете соединить ее в одну стойку огромную, 9 пионов. То есть одни плюсы в этой стойке. Что вам понадобится для 9 пионов? Я прям рассчитала. То есть у меня на 1 пион, я говорю о больших цветах. Я не говорю о пусечках каких-то маленьких, да. Я делаю сейчас вам себестоимость больших пионов. Понятно, что вы можете сделать, там, например, вот у меня на 1 пиончик хороший уйдет, ну, уходит 6 рулонов гофре. Вы можете сделать чуть поменьше пиончик, там, на 4 рулона гофре, понимаете? Это вам решать. Я рассчитываю, как я делаю. Это мой расчет. На 1 пиончик у меня уходит 6 рулонов гофре. Соответственно, у нас 9 пионов. Мы умножаем на 6 рулонов гофре, получается 54 рулона гофре. Я беру гофре по 70. Соответственно, здесь должна быть ваша стоимость. Вы обязательно должны себе вот это все писать. Я вас умоляю, делайте себе таблицы, чтобы вы понимали вообще, сколько вы тратите. Потому что порой бывает тратим-тратим, и вот оно все как-то не замечается. Мы, женщины, должны считать денежку. У меня получилась затрата на гофре, вот такая сумма. Только на гофре. Конечно же, вы должны сразу же купить себе килограмм патронов.
Понятно, что у вас не уйдет весь килограмм, но у вас останется. Но вы же не остановитесь на пиончиках, да? Вы же будете покупать еще, ну, делать еще там что-то, да? Вот, поэтому я здесь в расчет беру 1 килограмм патронов. Все видели мое видео на садоводе, я беру их по 400 рублей. Конечно же, у вас цены другие, и я не буду на этом останавливаться. Вы просто сюда добавляете свою стоимость ваших патрончиков, считаете, сколько в упаковке патронов. Основа. Ну, здесь много вариантов основ, да, берете, который, ну, какой вам удобен. Я, конечно же, делаю свои пиончики, если это очень огромные, я делаю на тазиках, если такие 50 сантиметров диаметра, то я их делаю на крышках для микроволновки. В общем, в любом случае, я рекомендую брать основу для пиона не больше 50 рублей. Ну, у нас в Москве это реально. Вот, вы, конечно же, считаете свою. Вот у меня основа вышла 450 рублей. Ой, ну, конечно же, тянут трубы. Посмотрите, какая здесь у меня сумма на трубы. Как, ну, вот, 4200 у меня только трубы потянули. То есть, гофрешечка наша, да, и трубы. Но трубы в стойке – это ваше все. Это основа вашей композиции. Это основа ваших пионов. Это красота. В общем, трубы это наше все. Ну, помимо того, что ваши пионы должны быть бомбически красивые, то трубы, они должны быть. Соответственно, я беру диаметр трубы 26. Можно брать, конечно, 32. Там по деньгам вы смотрите. На большую стойку из 9 пионов у вас пойдет 20 метров. Не пойдет у вас меньше. Если мы говорим о большой стойке, то самый большой пион там идет 3 метра. То есть получается, вы отрезаете 3 метра от этой большой трубы. Потом идет чуть пониже пиончик, это там 2,50. Потом еще 2,50. И так вот 9 штук, понимаете? Поэтому, ну, конечно, вы можете рассчитать там, ну, вашу высоту стойки может выйти чуть поменьше, да, но в любом случае, даже когда будете покупать трубы, вы должны вот написать себе, так, один пион у меня будет трехметровый, второй пион будет пониже на голову, да, от предыдущего, то есть мы знаем, что пион у нас идет около 40-50 сантиметров высотой, то есть, соответственно, 3 метра минус 50 сантиметров, это 2,50, 2,50 это должно быть 2 пиона, то есть две трубы режете, это уже 5 метров. И три высокие, это уже 8 метров. Это у вас только три пиона на 8 метрах стоит. А у вас еще 5 пионов, понимаете? То есть все обязательно рассчитываете с трубами. Вот. Ну и, конечно же, вы должны заказать у сварщиков стойку, чтобы стойка выдержала 9 пионов. Она должна быть минимум на 8 штырей. Учитывая, что мы делаем высокую стойку. Если вы делаете короткую, ну, невысокую стойку, то там, в принципе, можно и, конечно, и на 5 штырей умудриться. Ну, это я могу умудриться. Вот, и вы, может быть, с опытом сможете умудриться. Но, в общем, стойку я варю именно на 8 штырей. Она вообще классная на 8 штырей. На эту стойку можно навалять, я уже об этом говорила. И 15 пионов, и 15 роз на одну стойку. Именно на 8 штырей. Вот. В общем, мне варят эту стойку за 3500. Но она такая основательная, 3-сантиметровое железо, она тяжелая, она около 40 килограмм, 40-42 килограмма. Вот, то есть я уже стойки тоже говорила, смотрите видео, не буду забирать ваше время. Итого у нас получается затрат материалов 12 410 рублей. Это мои цены. 12 тысяч – это только затраты материала. Но мы же не продаем материал. Мы же продаем свою работу. Я оцениваю свой рабочий день 2500 рублей здесь. Почему так? Ну, потому что, во-первых, я совмещаю вот это все дело, а во-вторых, ну вот у нас такая оплата труда 2500 в день. Вот, конечно же, это у каждого по-разному, каждый сам оплачивается, ну, думает там, как, все зависит от региона, да, например, как у вас там с оплатой труда, там кто-то может посчитать 1500, в общем, здесь не суть, я считаю 2500, вот, мне получается 12500, это моя работа за одну стойку, ну и, конечно же, это все прибавляем,
прибавляем вот эту сумму, которую мы затратили на материалы, прибавляем нашу работу. У меня получается, ну я округлила, конечно же, я продаю эти стойки по 25 тысяч рублей. Они у меня улетают. Честно, я вот, честно говоря, не думала, что их будут покупать. Думаю, зачем людям эти стойки? Очень много берут в бутики, очень много берут в торговые центры. Салоны красоты просто завалены у нас в городе этими стойками. Это просто какой-то трэш, причем они все разного цвета. Вот, и людям нравится. То есть моя продажная цена 25 тысяч рублей. Это, я считаю, приемлемая цена, и не надо драть больше, и хорошо продаваемая цена. Аренда такой стойки у меня 15 тысяч. Почему 15? Ну, потому что себестоимость этой стойки 12, то есть за первую аренду я отбиваю себестоимость. И уже следующие аренды, они, получается, работают вам в плюс. То есть, сдав такую стойку в аренду, за 15 вы отбиваете сразу за первую же аренду себестоимость этой стойки. Потом можете сдавать ее и по 10, там, как считаете нужным. Вот. Но поскольку, если вы сделали свежую стойку, то пусть она будет в первую аренду 15, ну, либо там сколько-нибудь, чтобы отбить закуп сразу же. Потому что, ну, не знаю, я вот так решила. Я прошу прощения. Это по поводу пиончиков. Конечно же, вы можете сделать не 9. Вы можете сделать то, насколько у вас хватает денежек. Можете сделать 5. Но сделать их побольше в диаметре, допустим. Тоже, не, ну, как вариант, неплохо смотрится. Вы можете сделать 7. Я просто высказываю вам свое мнение. И высказываю вам... Ну вот, делюсь с вами, как я работаю. Вам решать, как вы будете делать, сколько вы будете делать. Я ни на чем не настаиваю совершенно. Я просто делюсь с вами своим опытом. Роза и Изолон. Стойка из роз и Изолон. Конечно, тут, видите, сами расчетики прям совершенно другие и маленькие. То есть я... У меня стойка, которую вы видели все, да... Вот была фотография одна единственная этой стойки, вот, потому что роз и залонов я, наверное, продала штук 500. Это их невозможно было фотографировать, и у меня были дни, когда я продавала по 3 стойки за раз, ну, заказы были. То есть я их делала день-ночь. Но это просто был какой-то трэш на эту розу и залон. Вот. Самая идеальная продаваемая стойка – это 11 роз. Эту стойку вы можете совместить и со своими пиончиками, да. Вы можете ее, вы видели сами, да, как она смотрится отдельно, довольно-таки достойно. Я беру здесь расчет 11 роз. Потому что 5 девочки маловато, даже если вы их сделаете, забубените метровыми. Ну вот, можно, ну, есть как вариант 7-9. Ну вот, я делала 11. Вот, она у меня продалась, и хорошо, и вы не поверите, я сейчас без стойки с изолона. Вообще, у меня ее нет, мне ее надо делать. Потому что думаю, господи, не дай бог заказ. Ну, конечно, я ее сделаю, это, господи, быстро. Но сам факт, у меня сапожник без сапог, я без стойки из изолона. Значит, изолона я здесь в расчет беру 50 метров. 50 метров вам хватит на 11 роз. Вполне. А там, конечно, как будете нарезать, здесь тоже есть какие-то, ну, свои нюансы. Вот. Поэтому, ну, 50 метров двойки. Я беру двойку изолона на вот такие стойки. Ее не жалко, она более-менее держит форму. И стройки, конечно, они уже и тяжелее получаются сами по себе, и, но они практичнее. Ну, как вариант делать и стройки, ну, и стройки я делаю светильники. Вот, а из двойки все-таки делаю стойки и в продажу, и в аренду. В общем, я посчитала 50 метров и по 90 рублей, это получается 4500 на изолончик. Хороший, новенький. Ну, вы-то можете взять еще и бракованный. Допустим, вы, если вы хотите покрасить розу. И если мы говорим о браке, то брак порой бывает, ну, прям еле заметен, полосы. И в розах это особо не видно. И если посчитать брак 50 метров, то получается вообще в два раза дешевле. Видите, цена? То есть вам решать.
То есть, если, допустим, пробная стоечка, можно ее сделать из брака. Хотя я вот, конечно, ну вот я не люблю работать с плохим материалом. Я вот такая дурочка, мне нравится все хорошенькое, красивенькое, новенькое, не бракованное. Вот, но я же не о себе говорю, да? Я же вам рекомендую, что можно и так, и так. Значит, патроны у меня точно уходят 40 штук. У меня же есть таблица, да, поэтому, ну вот, по 8 рублей я их беру, 320 рублей. Трубы. Трубы на изолон 16 диаметр я беру. Они у нас по 53 рубля, и вам понадобится 30 метров. Да. Что на пиончике нам понадобилось 20 метров, что на это нам понадобилось 30 метров. Потому что розу надо делать выше пионов, чтобы композиция смотрелась хорошо. Либо, чтобы воздушно смотрелась наша стоечка, то надо обязательно брать, ну, делать высокую ее. То есть, ну, вот у меня, я рекомендую 30 метров. Ну и, конечно же, стойка, в принципе, у вас 11 роз уместится на 5 штырей. Она вообще у меня стоит, ну, 1500 рублей, мне ее варят. Прям, ну, цена классная. И получается у вас стойка из изолона по себестоимости 9910. То есть до десятки. Ну, это по моим ценам, девочки, я вот все постоянно повторяюсь. Я закладываю сюда плюс-минус 5 дней. Ну, это так, не в торопясь. Изолон, конечно, он быстро делается. Розы, там, они прям лепятся, чик-чирик. Вот. То есть продажная стоимость изолона 11 штук у меня так же, как и пионов 9. Почему у меня такая стоимость одинаковая и на ту, и на ту? Чтобы люди уже выбирали не по стоимости, что дешевле, а покрасивее, что. То есть 9 пионов, либо 11 роз у меня стоят одинаково. Это такой некий, ну, хитрый ход. То есть, когда ты поставишь изолон дешевле, допустим, там 20 тысяч, ну, там 23 тысячи рублей, люди будут брать эту стойку чуть дешевле. А здесь уже ты поставила и пионы 9 за 25, и розы за 25. И люди уже выбирают по красоте, а не по деньгам. То есть вы уже отметаете у людей в голове лишние мысли. Вот, они уже ориентируются просто на красоту. Ну и, конечно же, аренда также 15 тысяч. Что я могу сказать, девочки? Я уже 100 раз говорила о вот этих таблицах. Это расчет себестоимости, диаметра. То есть я вам сейчас рассказала о себестоимости цветов. Это 50 сантиметров. Диаметр цветов, то есть они, ну, огромные. Можно же сделать вот, пожалуйста, пиончик у меня, да, себестоимость есть. Ну, вот 30 сантиметров, да. Вот. Три рулончика гофре, основа, патрончики и сколько делаю времени, то есть. Такая таблица, это помогает нам, чтобы лишний раз не делать вот такие вот постоянные записи. Ну, вот, да, вот так. Очень рекомендую. Если у вас еще остались какие-то вопросы, если я, может быть, что-то упустила в силу своей нерасторопности, неопытности и состояния, то пишите в комментариях, все читаю. Вот. И если есть вопросы, задавайте, девочки. Будем разбираться прям конкретно по темам. Вот. По мере возможности. Люблю вас, целую, желаю вам удачи. Спасибо вам огромное за то, что вы у меня есть. Очень рада быть полезной. С любовью, ваш Тамара, мастер букета.